Теперь давайте подробнее рассмотрим положение оружия 1, 2 или 3, которые судья озвучил вам при описании брифинга. Как выглядит действие стрелка при каждом из этих положений. Положение номер 1. Это оружие заряжено, патрон в патроннике. Как мы начинаем упражнение? После команды судьи зарядить приготовиться. Извлекаем флажок безопасности. Можно отдать его судье. Судья, как правило, помогает его взять, чтобы оно на упражнении с вами флажка не было. Примыкаем магазин. Досылаем патрон в патронник. Ставим на предохранитель. Это положение оружия номер 1. Заряжено, патрон в патроннике, оружие на предохранителе. И после сигнала таймера стрелок снимает оружие с предохранителя и, собственно, приступает к выполнению упражнения. Выглядит это так. И далее уже по, собственно, условиям выполнения упражнения продолжаем. Это было положение оружия номер 1. Далее, положение оружия номер 2. Магазин примкнут, патронов в патроннике нет. Как мы готовимся? Как обычно, извлекаем флажок безопасности. Примыкаем магазин, но патрон в патронник не досываем. Предохранитель можно выключить. То есть начинаем упражнение со снятым предохранителем. Для того, чтобы, собственно, начать упражнение, сделать первый выстрел, после сигнала таймера нам придется совершить одно действие, а именно передернуть затвор, зарядить патрон в патронник. Будет выглядеть это так. Когда стрелок готов, судья убедился, спросил о его готовности, далее звучит команда «Внимание!». Собственно, вот, до первого выстрела мы делаем заряд. Это было положение оружия номер 2. Теперь положение оружия номер 3. Как выглядит подготовка к этому положению? Собственно, положение оружия номер 3 – это оружие разряжено, патроны находятся отдельно от оружия. Либо на стрелке в подсумках, либо вместе оговоренным брифингами. Они могут лежать отдельно, если так требует брифинг. Как мы приступаем к выполнению упражнения в положении номер 3? Извлекаем флажок предохранителя, флажок безопасности и оставляем оружие без магазина с пустым патронником. Ну, соответственно, предохранитель может быть выключен. Далее, по готовности стрелка звучит команда «Внимание!». И после сигнала таймера стрелок совершает полную зарядку оружия и приступает к выполнению упражнения. Это было положение оружия номер 3. Оружие разряжено.